Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 29. Замени маленькие стрелки большими и запиши ответ. Рассмотрим первый рисунок, где лягушка стоит на точке 4. 4, а бабочка стоит также на точке 4. Они передвинулись на два деления влево, в сторону уменьшения. То есть мы должны отнять две клетки, два деления. Отняли два деления от бабочки и получили ответ 2. Рассмотрим вторую картинку. Лягушка стоит в точке с координатой 4, и бабочка стоит в точке с координатой 4. Передвинуться нужно вправо на 4 деления. 1, 2, 3, 4. Бабочка окажется в точке 5. Так же, как и лягушка. 1, 2, 3, 4. Мы заменили маленькие стрелки большими. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.